Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Число автоаварий в Кирове в апреле снизилось почти в два раза, информирует ГИБДД. Каждый заметил, что машин в городе стало меньше, а стало быть, внимание к водителям со стороны автоинспекторов усилилось. Однако не все это понимают. Ежедневно стражи дорожного порядка выявляют от 3 до 8 нетрезвых шоферов. Нередко в сводках ДТП фигурируют дети, чаще всего как пострадавшие пассажиры. Трасса 101. Cadillac Escalade – самый угоняемый автомобиль в России в 2019 году. В этом уверяет одна из известных страховых компаний. Также в пятерке лидеров находятся Toyota Camry, Land Rover Freelander, Lexus LX и Mitsubishi ASX. Наиболее распространенные способы хищения машины – это взлом двери или же разбивание стекла. Дорогие авто нередко угоняют с помощью считывания кода с ключа. Трасса 101. Государство планирует в мае скорректировать программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейные автомобили». В частности, максимальная стоимость машины увеличится до 1,5 миллиона рублей, сейчас 1 миллион. В перечень попадут семьи, имеющие одного ребенка, а не только два и более. Дилеры нововведения, разумеется, поддерживают, но считают, что было бы лучше распространить программы на авто не только отечественного производства. Трасса 101. Ульяновский автозавод по цене от 500 000 рублей начал предлагать комплект оборудования, который позволяет превратить буханку в дом на колесах. В основе конструкции находится дополнительная крыша из армированного стеклопластика, оснащенная подъемным механизмом. После приведения ее в действие расстояние от пола до потолка увеличивается до 2 метров. В машине имеются пластиковые окна с москитными сетками, ламинированная пластиком мебель из фанеры. При желании можно обустроить кухню с холодильником, раковиной и 20-литровыми баками для воды. Трасса 101. АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи самой дорогой версии Lada X-Ray Cross, получившей название Instinct. Со 122-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механикой машина стоит минимум 989 тысяч рублей, а со 113-сильным двигателем и вариатором – минимум 1 049 тысяч. Машину отличают крыши черного цвета, такие же колесные диски и корпуса зеркал заднего вида. В салоне изменили обивку сидений. Доступна мультимедийная система Яндекс.Авто. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.